условно. Отлично. Хороший, бывает такое, да. Смотрите, если человек мне говорит, да, ну вот когда сам заработаешь, вот тогда приходи. Вот мне раньше говорили такое, заработаешь, приходи. Я всегда говорил следующее. Скажи, пожалуйста, какая сумма тебя сломает? Ну давай, мне просто интересно, то есть на какой сумме мне к тебе подойти? Это во-первых. Во-вторых, смотрите, я задавал всегда им вопрос, скажи, пожалуйста, представь себе картину. Я по-любому заработаю вот ту сумму, которую ты сейчас назвал. Ну, она вам скажет, вот заработаешь свои 100 тысяч, подходи. И вот тут, как вы это скажете, с верой или блеющим голосом? Я говорю, я свои 100 тысяч по-любому буду зарабатывать. Но у меня вопрос, давай представим. Пройдет год, может быть два, когда я начну зарабатывать 100 тысяч. Я подойду к тебе. Но знаешь, что, скорее всего, ты мне тогда скажешь? Уже поздно. Надо было раньше с тобой начинать. Я тебе 100% гарантирую, что ты через 2 года, через год, когда я подойду с этим доходом, а скорее всего даже, знаешь, что произойдет? Ты будешь избегать встречи со мной. Сказать почему? Потому что тебе будет дискомфортно. Потому что я-то выйду на это, да. Поэтому знаешь что, дружище, или знаешь что, дорогая, я все-таки предлагаю, чтобы мы сейчас начали вместе. Потому что я сюда пришла не попробовать. Ну, я сюда пришел не поиграться. Для меня это не хобби. Для меня это единственная возможность, которую я сейчас рассматриваю. Ну, досад, как вот яблони поставил, она же сразу тебе плоды не даст. Пройдет 5 лет, чтобы яблоки появились. Понятно, идея? Поэтому, другие, вот тут вопрос, вы сами убеждены или нет? Да. Вы сами уверены в том, что вы выйдете на ту сумму, на которую вам сказали? Понятно, идея? Да, да. Если вы уверены в этом... А если есть сомнения, человек почувствует. А если есть сомнения, человек почувствует. Идут за уверенными. Я не знаю как, но я этого добьюсь. Все, это четкая установка. Уловили идею? Угу. Потому что ты здесь не один. Вот, ребята, вы здесь сейчас не одни. Вы сейчас здесь в команде, в мощной команде. Без всяких лишних понтов скажу. У нас сейчас, ну, может быть, кто-то из вас знает эту информацию. Мы сейчас стали первым результатом Чувашии казанского филиала. Мы сейчас вошли в рейтинг топ-15. Почему я сейчас вам говорю этот элемент? Мы не первые пришли в бизнес, услышите нас. Когда мы пришли, в нашем регионе уже были директора разных дорогих, драгоценных уровней. Понимаете, в чем дело? К чему я это говорю? Это хороший показатель, что это не бизнес первых, это бизнес работающих и умелых. Запомните это. Вот это самое главное. Здесь нижестоящие могут обгонять вышестоящих. И это самое ключевое. И мы не планируем останавливаться. Из 15 лучших результатов казанского филиала, знаете, сколько наших? 7. Ребят, из 15 лучших результатов казанского филиала, а казанский филиал обслуживает огромную территорию, Татарстан, Мариэл, Чувашию, Удмуртию, понимаете, Кировская область, Пермский край. Из 15 лучших 7 наша организация. И многие из них пришли недавно в этот бизнес. И они сейчас вошли в когорту лучших. О чем это говорит? Это говорит о том, что проект БМД работающий. Он дает результаты не тогда, а сейчас дает результаты. Понимаете? Поэтому четко осознавайте. Если человек вам дает возражение, запомните, самое страшное, так скажу вам, когда люди не возражают, а когда они сидят с пустыми глазами, когда ему пофигу. Вот если я вижу, что человек у меня сидит на встрече и не делает ни возражений, просто я говорю, скажите, у вас есть какие-то вопросы, возражения? Нет. Я понимаю, вот это все. Вот я говорю, давайте тогда закончим разговор, я вам отставлю каталог, если захотите, что-нибудь закажете. Поняли идею? Запомните, если человек возражает, за каждым возражением скрыто его чуть-чуть страх. Он может быть этим возражением спрашивает, если я займусь, я не зря потрачу время, если я этим займусь, докажи мне, что я в правильную команду попадаю, что ты мне поможешь. Поняли идею? Он всеми возражениями человек тебе дает сигналы. Дай мне больше уверенности, что мне нужно идти за тобой. Запишите это себе. Всеми возражениями, как бы они ни звучали, люди дают вам сигнал. Дай мне уверенность, что мне стоит идти за тобой сейчас. Услышали эту идею?